Всем привет, друзья! Вы, как всегда, на канале Vladstore Production. И сегодня у нас будет обзор на такое вот количество чехлов для Poco X3 NFC и Poco X3 Pro. То есть все эти чехлы, соответственно, взаимозаменяемые. И, в принципе, сегодня я постараюсь сделать более-менее объективный тест. То есть не просто показать вам эти чехлы, а дать им какую-то конкретную оценку. Все ссылки на эти чехлы будут в описании. Итак, сразу вам покажу таблицу, чтобы вы примерно понимали, о чем идет речь. В ней расположены все чехлы в разброс и некоторые критерии, такие как защита, качество, удобство и практичность. Чехлы в описании к видео будут расположены точно так же. Первый чехол у нас вот такой. К сожалению, телефон я не могу вставить в чехлы, потому что я на него и снимаю в данный момент. Вот, кстати, сразу можете оценить картинку. Оценка 3,5 по защите. Сразу скажу, защита камеры здесь отличная, но нету хорошей защиты граней. У нас грани чехла для экрана почти что вровень с пленкой идут. Значит, защита 3,5, качество. Вот насчет качества могу сказать, оно здесь просто превосходное, все сделано очень-очень красиво, все отверстия вырезаны очень ровно, без каких-либо косяков. Удобство или удобность, как лучше, тоже на высоте, в руке лежит отлично, здесь есть специальные насечки по бокам, в руках сидит очень удобно. Практичность стоит 4. Так как работаю на не очень чистой работе, так сказать, у нас вот здесь есть флаг, который морается. У нас здесь обычная ткань, которая у нас находится под вот этой псевдокожей. Итак, первый чехол у нас получает оценку 17,5. Следующий чехол у нас синий. Значит, чехол у нас по защите получает 3,5. Так как сразу не имеет защиты камеры, но имеет какие-то, ну, минимальный бортик. То есть здесь бортик есть, но он тоже относительно небольшой. Бортик для экрана у нас, в принципе, такой же, как и у первого чехла. Не особо большой, но, в принципе, свою функцию как минимум должен выполнять. Качество. Здесь отверстие вырезано неплохо. Здесь у нас есть заусенцы. В принципе, я поставил оценку 4. Считаю, что такая оценка ему заслужена. Удобство поставил 5, так как в руке тоже сидит просто превосходно. Такая текстура, в принципе, в руках не скользит. Отлично сидит. Практичность поставил 3,5. У меня он очень сильно морается. То есть, вот сейчас он у меня такой весь запачканный. Дальше у нас идет чехол без граней. Вот такой чехольчик. Тут сразу защита у нас 1, потому что действительно тут, помимо того, что нет защиты камеры, бортик почти отсутствует. Отсутствуют грани. Но вот эти грани все-таки выступающие, они, ну, если вы телефон ложите, к примеру, на стол, то это, в принципе, будет защищать. Чехол, как по мне, вообще не имеет никакую защиту. И носить я его тоже не стал, потому что у меня очень бережно отношусь к своим вещам. Качество поставил на 4, так как грани обработаны, не сказать, что супер хорошо. Такие островатые. В принципе, все отверстия сделаны неплохо. Удобство поставил на 5. В руке действительно сидит неплохо. Тут вопросов нет никаких. Практичность 4,5. В принципе, царапин не видно, не морается. Как-то так. Следующий чехол у нас с так называемой лазерной гравировкой. Что это значит, сказать не могу. Ну, в общем, обычный прозрачный чехол с вот такими вот нанесениями синими. Ну, в моем случае, так как там разные цвета можно выбрать. Защита поставил 5, так как
У нас здесь хорошие бортики, у нас здесь есть защита камеры, качество. Поставил 3,5. Не очень аккуратно вырезанное отверстие. Везде чувствуется топорность обработки. Удобство поставил 4,5. В руке сидит неплохо. В принципе, сами понимаете, как обычный силиконовый чехол. Практичность поставил 5. В принципе, не морается. Ну, единственное, конечно, да, со временем будет выцветать, скорее всего. Следующий чехол у нас с защитой камеры. Защита в этом чехле сразу поставил 5. Ну, это, к сожалению, единственный неплохой критерий в этом чехле. Далее у нас качество на 3,5. Тоже обработка, отверстия неплохие. При распаковке даже, возможно, если вы видели распаковку, вот эта вот дверца для окна, так сказать, она у нас, во-первых, очень плохо ходит, потому что здесь не совсем качественно обработанное отверстие, и вообще оно приехало, в принципе, выпавшее. Удобство, в принципе, 3,5. Так как тоже камеру постоянно открывать-закрывать, ну, пока вы камеру откроете, вы уже все пропустите. А если вы ее и не закрываете, то и смысла нету покупать такой чехол, соответственно. Ну, и практичность у него 4,5. В принципе, не, особо не пачкается, не царапается. Единственное, конечно, что слишком огромный вот этот набалдажник. В этом чехле телефон превращается в лопату. Так, переходим к следующему чехлу. Сразу спойлер. Вот это чехол просто на самом деле 10 из 10. Недавно зашел, посмотрел его цену. Оказывается, стоит он дешево, очень дешево. Ну, опять же, ссылочки в описании, можете пройти, ознакомиться. Значит, защита 5, сразу 5. Потому что такие массивные грани, кантик высокий, то есть положить на экран спокойно можно. Соответственно, защита камеры отличная. По качеству я поставил 5, потому что сделан он максимально качественно, то есть здесь вообще нет никаких косяков абсолютно. Сделан просто идеально. Удобство тоже 5, однозначно 5. Тут у нас абсолютно идеальный сканер, он настолько качественно выполнен. Прям вровень палец здесь лежит просто превосходно. У нас здесь есть насечки также, текстурированные по краям. И вот такие две модные кнопочки. Очень классно выполнено. Практичность поставил 4,5. В теории он может поцарапаться, пока что царапин не было. Поверьте, бывает он в разных условиях у меня, но пока что вроде все хорошо. Не знаю, проверять не буду, что это у нас такое, каленка или пластик какой-то, но пока что все неплохо. Дальше у нас идет голубой мат. Это этот вот голубой матовый чехол. Значит, защита поставил, естественно, 5. В принципе, такая же лопата получается у нас из телефона. Огромные бортики, защита камеры. По качеству поставил также 5. В принципе, все грани выполнены отлично, все отверстия вырезаны неплохо, также попадают. Далее, удобство поставил 4. И практичность поставил также 4, потому что он у меня опять же весь заморался. Он уже потерял свою голубизну. То есть сейчас он уже совсем другого цвета, не очень презентабельно выглядит. Сейчас самые два простых чехла, это у нас силикон, защита 4, также бортики не особо высокие, в принципе, защита камеры есть, ну, больше насчет защиты тут ничего и не скажешь особо. Качество поставил 5, выполнено отлично, все отверстия вырезаны прекрасно, удобство поставил 5 также, так как в руках сидит отлично, не скользит, и практичность поставил 5, ну, соответственно, не морается, не пачкается, отпечатки не остаются. В принципе, тут все понятно. И последний черный чехол. Это, грубо говоря, обычный силиконовый чехол. Также защита 4, качество 4,5, удобство 4,5 и практичность также 5. Ну, качество поставил 4,5, потому что немножко топорно выполнен. Также у нас есть некоторые косячки. И на этом все. Спасибо, что посмотрели обзор на эти чехлы. Переходите в описании, смотрите все ссылочки и до скорой встречи. Скоро будет интересный обзор. Вот на этот бокс.
Потом узнаете, что будет в нем новое мое приобретение. Всем пока.